Доброго здоровья. Ну что, как говорится, уздрогнем. Перейдем к теме кремния, так сказать, с оригинальным таким посылом. Вот смотрите, я нашел там статью, я вам дам ее, ссылочку вы там будете там читать. Это статья про доктора Рыбчинского. Кстати, он написал книгу «Новые взгляды на этиологию рака и СПИДа и принципы их причинного лечения». 1990 год, издательство какое-то В. Ну вот. Немножечко, так сказать, предварительно. Вот смотрите, лечение онкологии, она вообще-то появилась недавно. Чтобы была там химиотерапия, радиотерапия, потом пошла операции, ну и потом там реабилитация и прочее-прочее. То есть это все не так-то уж давно и появилось. Допустим, лет там, может быть, 70 назад примерно, я не буду вдаваться, но смотрите, вот, уже, значит, как раз 70 лет назад, вот смотрите, целью проводимых с 1950 года исследований, то есть за рак взялись капитально, была идентификация раковой клетки, то есть что собой представляет раковая клетка. А уже дальше, когда это все будет, значит, с чем-то сравнено, что это такое, будут изобретены лекарства, которые бы уничтожали эту клетку. И далее, смотрите, первый этап исследований заключался в переносе с человека на подопытных животных, то есть человек болеет онкологией, берут вот это вот ту или иную разновидность онкологии, грубо говоря, там печени, там яичника, там груди, там мозга и так далее, и так далее. И что делали? И переносили на подопытных животных. Вот, далее там, значит, как животные там выживут, не выживут. Потом, значит, брали какой-то там бактериологический пассив и проведение анализа химического состава раковых опухолей и так далее, и так далее, и так далее. То есть все это, как говорится, делалось. Все это делалось. И вот как раз мы поговорим немножечко о докторе А. Рыбинске, онкологи-хирурги, то есть они просто какой-то дядя, ну, типа меня, который там сам так не сталкивался, а тот, который резал, видел и так далее, и так далее, и так далее. Значит, один из умирающих молодых людей, 22-летний парень, попросил его, умирая, чтоб он не просто там, ну, подробности такие, чтобы он поклялся, что вы начнете исследование, вот, я верю, что вы найдете лекарство от рака. Значит, умирающий мне отказывает, доктор согласился, и через пару месяцев он арендовал, значит, часть хозяйственных помещений и приспособил их под лабораторию. Рядом, значит, было устроено помещение для подопытных животных, и в январе 1950 года начались систематические исследования этим доктором. Значит, он посвятил всю свою жизнь исследованию сущности рака и поиску лекарства от этой болезни. Этот Рыбчинский, это поляк. Значит, врач с довоенным образованием, он проводил свои исследования по всем канонам науки, отбросив все существовавшие в те времена теории. Теория есть теория, а вот у меня, грубо говоря, опухоли, вот это, и я тут исследую. В своей лечебной практике он наблюдал около 35 тысяч больных с разными видами новообразования. Видел также безрезультативность обязательных методов лечения, то есть вот существуют обязательные методы лечения, ну, в любое время это все было, как бы сказать, какое-то лечение. И считалось, что вот это вот обязательно при том заболевании или при всем. Итак, он проводил исследования много лет, но уже в 1954 году он начал лечить людей в соответствии со своей методикой с документальной фиксацией процесса вылеченных им от рака людей. То есть нашел через 4 года, додумался и начал. Ну, вот нам интересно, а как он нашел? Как нашел? Понимаете, механизм.
Далее, в процессе исследований сам заболел раком легким, который вылечился у себя по своей методике за 2 года. Так, что бы я хотел сказать? Рак – это не просто болезнь, а где-то в 90% случаев, может быть, немножко меньше, в 80% случаев, это вообще-то заразная штука. И далее мы поймем, почему она может быть заразной. То есть не обязательно, но может быть заразной. Значит, в результате исследования он написал 52 статьи, разослал по различным медицинским журналам, обратился, значит, к председателю Института медицинских наук, польской академии наук, там профессору соответствующей. Вот, ознакомился с результатами его исследования. Ответ профессора был, ну, так мягко выражаясь, разгромным. Значит, вот этот как раз доктор Рыбинский пишет: без связи с присланным ему материалами он выставил меня беспомощным, неучим, не знающим, чего, собственно, хочет и зачем вмешивается не в свои дела. То есть у каждого свои дела. Ну, примерно и со мной такое обстоит. Куда ты там лезешь? Да что ты, как ты? После этого доктор Рыбинский сам там что-то там продолжал, оставил свое наследие некто Веславе Томчак, единственному человеку, который много лет с ним сотрудничал и досконально изучил его метод лечения рака, а также производство препарата АНРЮ. Ну и уполномочил его продолжать свое дело. Значит, умер доктор в возрасте 92 лет в 2001 году. Давайте теперь, так сказать, подробно, как бы для себя. Не так подробно, хотя бы в общих чертах познакомиться. А что же там за исследования были? Вот исследования в сокращении. Значит, эфирный экстракт из высушенной ткани плоскоклеточного рака, ороговевшего с ампутированной конечности человека, введен кроликам и белым мышам. После 7 дней на коже животного появилось телесно-желтое высыпание, покрывшееся ороговевшейся кожицей. Кистопатологически это был кожный плоскоклеточный ороговеющий рак. Далее там то же самое с нижней губы человека больного рака, там была там подсадка животному. Потом, значит, рака желудка человека подсаживались кроликам и морским свинкам, которые погибали через 20 дней. Ну и там обнаруживали вот эти вот все эти бело-серые пятна и выпуклости и так далее, И причем вот эти вот все эти опухоли были такие же, как у человека. Далее, осадок из эфирной вытяжки раковой опухоли кролика, введенный другому кролику, привел, как и в случае осадка из эфирной вытяжки раковой опухоли человека, к возникновению идентичной опухоли. И теперь вот то основное, то есть идентификация клеток рака. Что это такое? И вот поверхность питательной среды полита эфирной вытяжкой из опухолей людей и подопытных животных. То есть брали какую-то питательную среду, на которую там могут размножаться, допустим, бактерии, грибки там и прочее. И, значит, вот это вот на нее так раз капали или там подсаживали, ну, чтобы она там, грубо говоря, питались, и смотреть, что же из этого выйдет. Итак, всегда, это ключевое слово, всегда по происшествии времени вырастали на ней большие колонии плесени. Плесени. Еще разок повторю для тех, кто не понимает. Плесени. Посевы крови подопытных животных выказывали сначала белый молочный налет. Как-то вам не кажется это? Молочный налет. С чем-то она как бы созвучна. Молочный налет.
подумайте сами, да? Молочный налет на питательной среде. Затем этот налет становился коричневым и имел вид тончайших ниточек. Вот они, ниточки. По всему организму. Раз, проросли, да? Затем наиболее старые колонии потемнели и приобрели серо-зеленый цвет, и в скором времени вся поверхность покрылась типичной культурой серой плесени. Я еще вспоминаю там в Метадоране, это там армянская, по-моему, книгохранилище, как раз рассказывалось о раке, что он имеет стадии. Сначала вот он там белый, потом серый, а потом черный и конец. Посевы из эфирных вытяжек тканей, взятых из язв желудка человека, также давали буйный рост плесени. Плесень. Целью определения, какая плесень выступает в каких видах рака, сделано было множество различных посевов. А какая это плесень? Плесень то. Из рака всегда выращивалась плесень с мелкими спорами, уложенными в форме кисточек. Образцы этой плесени по мере старения приобретали серый цвет. Значит, из исследований удалось получить плесень, созревшая культура которой имела коричневый цвет. Да? Споры этой плесени были значительно большими. Получена также культура плесени из какого-то злокачественного рака. Зарождающаяся плесень имела абсолютно черный цвет, а нитки плесени, длинные и толстые, вначале белые, понемногу чернели. Колонии этой плесени росли очень быстро, то есть создайте среду и пошло-поехало. Далее посевы из крови, жидкости просачивающихся из полостей, а также из суставов от больных злокачественными заболеваниями всегда давали по истечении от 3 до 6 месяцев рост плесени пенициллиум. То есть, смотрите, если у вас есть контакт с кровью больного человека, если у вас какой-то жидкостью, там, которая вот от такого человека, то вы можете заразиться онкологией. Это не я придумал, это просто я делаю выводы. И доктор, наглядно это показывает. Вот он оперировал, то есть все дело 5-10, и, естественно, вместе, видать, с воздухом заглотил эти споры, и начался рак легких. Так, присутствие плесени обнаружено также в тканях доброкачественных новообразований, таких как жировики или киста кости. Угу. Также посевы из кала и мочи больных на запущенных стадиях рака всегда дают буйный рост грибка пенициллиум. Вырезанные и стерильно взятые опухоли, помещенные в банках вне организма человека, увеличивались, а со временем из них вырастали многочисленные нитки плесени, которые впоследствии рассеялись. Полученные таким образом споры, введенные подопытным животным, вызывают возникновение и рост раковых опухолей. А так как среди нас тут все больше и больше онкологических больных людей, да тут начинается вся вот эта сама атмосфера быть в этих спорах. И защищены ли вы будете или нет? Вот в чем вопрос. Кстати, интересная вещь. Организм человека со злокачественной опухолью избавлен от банальных микроорганизмов, физиологических микроорганизмов. То есть в микромире идет борьба за обладание тем или иным организмом. То есть у них идут между собой войны. И вот если поселится вот эта вот плесень, то со временем она выбьет все вот это вот физиологически полезные там микроорганизмы, да, и прочее, и только она. Так, на основании вышеозначенных исследований доктор Рыбчинский пришел к выводу,
вот теперь, вот как бы сказать, не убрал, а прямо углаз. Что раковая клетка не является патологически измененной клеткой нашего организма, а является клеткой паразитической, грибницей. Далее, спектральный анализ субстанции, образовавшейся после расплавления ткани раковой опухоли, значит, выжигание белка, показало, что она состоит из следующих элементов. Это вы в случае чего можете там посмотреть сами. Невероятную устойчивость раковая клетка проявляет к физическим и химическим факторам. Рибок пенициллиум имеет, благодаря своему химическому строению, невероятную устойчивость к физическим и химическим факторам, рибок пенициллиум имеет благодаря своему химическому строению. То есть, грубо говоря, и что показывает практика? Если вот такая грибница поселилась в вас, и вы пытаетесь, то есть не мы пытаемся, а с помощью, там, допустим, современной вот этой вот, ее, значит, химиотерапии, радиотерапии, и вырезать, когда она же ниточки по всему организму уже проросли, вы ее не убьете, вы, скорее всего, убьете организм. Потому что грибки, грибница, плесень – это более первая, как бы сказать, стадия развития жизни, которая приспособлена намного лучше, нежели организм человека. Намного лучше. И чтобы ее, так сказать, убить и прочее, как показывает практика, особо, так сказать, и ничего с ней нет. Складывается она из соединения белка, клетка этого грибка, с большим количеством элементов, встречающихся на Земле, среди которых доминирует кремний. Спектральный анализ ткани раковой опухоли после выжигания электродугой 4000 градусов показал чистый кремень. То есть она наполнена чистым кремнием. То есть ей нужен кремний. Как бы сказать, вот грубо говоря, если что-то такое идет, грубо говоря, фабрики, нужно сырье. И вот живой организм, живая клетка, допустим, в онкологии, она является такой вот фабрикой, для которой надо сырье. И в частности, кремния. Больше кремния. Первые противораковые вакцины доктор Рыбчинский сделал подобным животным уже в 1954 году. То есть думали сделать вакцины. Угу. Они были приготовлены из выжаренной на электродуге с плесени. То есть их выжигают и потом уже, значит, пытаются измельчить и уже использовать в качестве, допустим, лекарства. Значит, после выжигания оставался шарик размером с зернышко перца, настолько твердый, что человек полгода доктор искал пресс, который измельчил бы ее в пыль, то есть нужна была пыль. Потом разводили физраствором, потом все это вводили, значит, это зараженным животным. И тут я хочу немножечко остановиться. Я хочу остановиться несколько, вроде она по теме, но несколько у стороне стоит. Вот смотрите, если мы с вами берем урину, которая образуется из крови человека, да? То есть красные кровяные тельца отделяются, там соли выбрасываются, азотистые вещества, там еще там разная там ерунда, там, то есть то, что организм выбрасывает. Плюс, естественно, какие-то там бактериальные вещи и так далее, которые обитают в организме и все это там такое. И вот мы всю эту, так сказать, уриночку подвергаем выпариванию, то есть термической обработке, в результате чего все это погибает, и уже это погибшее, испрессованное, допустим, до 1/3, до 1/4 объема первоначального урина, она уже является особым лечебным веществом конкретно против вашего организма. То есть все, кто там обитает, и были выжжены, они это все великолепно чувствуют. Чувствуют и, грубо говоря, либо им остается текать, либо они дохнут от этого, понимаете? Вот это вот интересная вещь. Вот если тут заморили, грубо говоря, то нечто подобное вот тут тоже погибает.
Вот такая вещь есть. Значит, процедура не вызывала заражения у здоровых животных, но больные раком животные стали быстро поправляться. Через несколько месяцев доктор решил применить вакцину у человека. То есть, ну, это так называют вакцина. Вот это значит споры плесени. Сожгли, размельчили, водой, грубо говоря, развели, только опачки, укол, и вот эта вот, грубо говоря, грибница, которая выдала вот эти вот споры, она просто от ужаса, что ее вот так вот выжжут, она, значит, отмирает. Это так, мое такое простое мнение. Значит, первым человеком, которому применили кремниевую вакцину, то есть вот эта вот клетка оказалась наполнена плесенью, наполнена в основном кремнием, почему вот и назвали кремниевую вакцину, была больная с очень запущенным раком поджелудочной железы. У нее был желтуха, диабет, боли утихли на другой день после укола, быстро стал возвращаться аппетит, уменьшилась желтуха, полностью исчез диабет. В течение 10 недель было очень быстрое улучшение. И когда стало казаться, что больная выздоровеет, на 11 неделе ее состояние очень ухудшилось, и через 3 дня она умерла. Так, смотрите, что тут такое может быть? Вот эти вещи надо вот понимать. А вот что это такое будет? В течение 10 недель было быстрое улучшение и так далее. Вот когда опухоль у вас отмирает, она была живая, теперь отмерла, начинается ее разложение внутри организма. И вот это вот именно разложение, ну я так считаю, это как светоч народной медицины, здоровый образ жизни, я считаю, именно она начинает вот этими своими токсическими вещами отравлять организм, отчего, на, я так думаю, на 11 неделю ее состояние ухудшилось, и через 3 дня она умерла. Теперь, вот смотрите. Согласно протоколу лечения онкологии, что делают? Химиотерапия. То есть пытаются, как бы сказать, весь организм протравить. Попадет там опухоль, не попадет там опухоль, весь организм. Далее идет, или одновременно с этим, радио. То есть непосредственно где-то там опухоль, ее, значит, радиолучами этого облучают, убивают. И потом обязательно идет операция. То есть то, что убито, надо вынуть и выбросить. Вот с такой последовательности. Тут этого не было сделано. Так, ну, читаем дальше. Доктор Рыбчинский сориентировался, что доза кремния оказалась слишком велика, что вызвало быстрое разложение опухоли. А? О чем я говорил? Видите, я даже не прочитал это, я уже вам высказал свое. И больная умерла от отравления токсинами из разлагающихся клеток грибницы и очень высокой температуры. То есть, а почему температура поднимается? Температура поднимается в организме из-за того, чтобы сжечь вот эти все токсические слаки, сжечь. И этот подъем температуры, конечно, напряжение для организма, он высасывает силы, высасывает, и плюс вот это. То есть, вот видите, надо либо чтобы это потихоньку отмирало как-то, либо, если большая доза, значит, надо использовать операцию, чтобы убирать. Последующие исследования, основанные на снижении дозы кремния препараты, разлагающиеся опухоли. Ох, кто-то звонит. Ну вот что? Вот и что, ну вот что скажешь? Ну что скажешь? Что? Алло. Вот так-то. Алло, и все. Алло, и знаете, что я делаю с такими? Алло, бомбина. Я таких людей только, опачки, я таких людей заблокировал контакт. Кстати, я это оставлю. Вот так я поступаю с незнакомыми звонками, которые пытаются что-то. Алло. Знаете, мне вот это очень неприятно, какая-то общедоступность. Вот кому, грубо говоря, там не лень, может позвонить, все это там, как бы сказать, доступен, ты, эй, ой, ой, ай, ай, и так далее. Если вам что-то надо, напишите смс-ку, что я такой-то, звоню там вам по такому-то вопросу. И уже
согласитесь или нет. То есть это как-то более тактично, нежели ты. Ну ладно, продолжим. Так, значит, снижение дозы кремния в препарате. Видите, мы вышли на что-то. Кремний. А? Ничего вам не говорит? Тигран и его мазь с кремнием. А? Ну-ка, соображайте. Разлагающиеся опухоли, которые имели возможность с выхода наружу, не отравляли организм, не вызывали ни высокой температуры, ни увеличения и блокирования токсинами печени. А вот если опухоль находилась внутри организма, то доза лекарства должна быть настолько мала, чтобы печень могла справиться с утилизацией токсинов. То есть, чтобы это все медленно, плавненько подходило к своему, так сказать, естественному концу. В процессе дальнейших исследований доктор разработал гомеопатический препарат, содержащий ионы кремния. И, кстати, у тиграна в его мазе содержится именно такой кремний. Биологически активный ионы кремния. Не просто там что-то взял, песок там растер, значит, кремний, и вперед. Нет, это довольно-таки дорогостоящая вещь. И назвал, значит, вот этот вот препарат по своей фамилии АНРЮ. Препарат прекрасно работает для профилактики. А что нам надо? Нам надо не столько лечиться. Вот, допустим, я применяю и почувствовал, что сердце забухало. Очень отлично. То есть я его не слышу. Как это бывало раньше, когда я там, она выпрыгивала, когда я там поднимал те же 900 тонн и так далее, особенно на разы. Профилактически. Его дают однократно раз в полгода один кубический сантиметр. Вот это уже готово, значит, лекарство. Значит, как и любое гомеопатическое средство, не имеет никаких негативных побочных последствий. Это своего рода пищевая добавка. Через рот раз и пошло организм. Действует тогда, когда необходим. Значит, пробуя уничтожить раковую опухоль, доктор Рыбчинский пришел к утверждению, что она практически неуничтожима. И неуничтожима я вам ранее сказал. По какой причине? Потому что эволюционно она появилась гораздо раньше высокоорганизованных таких организмов типа человек. Поэтому она живет и у космоса, и где угодно, в открытом, закрытом и так далее. Споры плесени, помещенную в питательную среду, насыщенную в 300 раз более сильной дозой цитостатиков, это одно из лекарств химиотерапии, называется, это лекарство, вызывает цитостатический эффект. Клетка, статика, ее остановка. То есть она останавливает, деление клеток. Так вот, смотрите. Это просто говорит о том, насколько химиотерапия бессильна против именно этой плесени, но зато агрессивна для организма. Насыщенную в 300 раз более сильной дозой цитостатиков росли, а когда дошли до стадии зрелости, дали споры. Таким же образом проверялась и успешность радиотерапии. Ключевое слово – непонимание официальной медицины, с чем она, или там людей, которые лечат онкологию, там, с чем они имеют дело, ведет к тому, что эффективность всего этого очень и очень мала. Так, серую плесень с образовавшимися спорами облучали одноразовой дозой в 6000 эров. Затем положено в пробник две радиовые иглы на 24 часа. К сожалению, ни лучи X, ни лучи Y не уничтожили ткани. Наоборот, споры плесени, подвергнутые такой терапии в кавычках, вызвали значительно более быстрый и буйный рост плесени. Оказывается, вот эта вся, что это радиотерапия, это есть не что иное энергетическое воздействие. И оказывается, если нас она может разрушить,
то есть вот эти вот плесень и так далее, которые используют радиацию как просто-напросто даровую дополнительную энергию для своего роста и процветания. Кстати, человек, которого облучат, и который, вот, грубо говоря, умрет, но если он начнет голодать, конечно, тут все зависит от дозы облучения, голодать, то клетки организма человека начнут эту радиацию, которую облучили, использовать как питание. Нету другого, грубо говоря, питания, так они эту радиацию используют, усвоили и так далее. И человек не заболел. Мотайте на усик. На усик, пока я живой. Радиотерапия вызывает часто уменьшение или даже исчезновение опухоли на какое-то время. Доктор Рыбчинский наблюдал, что раковая ткань прорастает и окружает себя собственными клетками, чтобы предупредить рассеивание спор и распространение токсинов. Вокруг и внутри опухоли создается воспалительный инфильтрат, как бы поле битвы, видишь, все на битву идет, где собираются охранные клетки организма, прежде всего лейкоциты. Во время радиотерапии инфильтрат этот уничтожен, а освобожденные раковые клетки рассеиваются. Опухоль с виду погибает, либо уменьшается, но, к сожалению, угроза существует и дальше. То есть считается, что якобы от радиотерапии она убилась, исчезла, а на самом деле она просто-напросто рассосалась и разбежалась по всему организму. Тут вы ее крякнули, она только рассеялась из кучки в эти клетки превратилась и разбежалась. То есть это особенности плесени, как раз грибков. Они могут до кучи и образовать плодовое тело. А могут дальше в виде спор раз и рассосаться, и где-то там застрять. Так, как хирург доктор Рыбчинский наблюдал удаление опухоли после применения препарата АНРЮ. Оказалось, что наиболее полезным было хирургическое удаление около 6 недель после применения препарата. Загноившаяся опухоль легко отделяется от наших тканей. И кроме того, это предупреждает рассеивание раковых клеток и метастаз. Больные раком должны принимать, значит, вот этот его лекарство каждые полгода до излечения. То есть исчезновение опухоли, затем каждые полгода, потому что у них в течение многих лет остаются споры плесени у крови. В лимфе там, везде, где это. Похожим образом, профилактически в начале 2-3 года, каждые полгода, чтобы очистить организм от грибка, видите, грибок и все. А затем достаточно раз в полтора года. Не я говорю, а я вам читаю. Эти результаты исследований приводят к выводу, что многие болезни, которые считаются вирусными, бактериальными, либо те, причину которых медицина вообще не знает, могут быть вызваны молодыми формами грибков. Оказывается, вот эти грибки имеют, как бы сказать, до этого я как раз говорил, может быть плодовое тело, может быть вот эти споры, может быть вот это самое, нитки это как-то там она называется, не мицеллы как-то их называют, ну примерно может быть они так и называются, и так далее. То есть вот это вот все. То есть форм, как бы сказать, огромное количество. Эту теорию подтверждает излечение кремнием многих болезней, таких как эпилепсия, атрофия мышц. Кстати, качкам рекомендую этот масло тиграна. Почему рекомендую? Для того, чтобы вот эти вот мышцы лучше восстанавливались. Для того, чтобы они не рвались, когда будет там сушка у вас. Для того, чтобы лучше работало сердце. Для того, чтобы организм был более энергетически мощным. Вы же тренируетесь, вы же тратите кучу энергии. Поэтому для спортсменов это очень-очень. Далее. Желтуха, астма, воспаление мозга, цирроз печени, бесплодие, геморрой, шизофрения, рассеянный склероз, СПИД и многие другие. Эти болезни наступали одновременно с лечением рака.
Нельзя исключить, что ВИЧ является именно той стадией спор одного из грибков. Одного из грибков, понимаете? А сколько их грибков? Я, кстати, поинтересуюсь, а сколько этих грибков? Пенициллиум. Кстати, Рыбчинский вылечил 4 случая СПИДа. Теперь непосредственно мы вернемся к кремнию. Кремнию, который содержится в маслах тиграна. От метаболизма кремния зависит работоспособность так называемой энергетической матрицы организма, энергетического, значит, каркаса. Кстати, занимаясь гравитационной или изодинамической гимнастик, я как раз вот эту энергетическую матрицу и развиваю. То есть можно развивать много. Что? Можно развивать мышцы, можно развивать еще что-то. А я, помимо всего прочего, развиваю энергетическую матрицу. И как вы видите, она стала гораздо сильнее у меня, гораздо мощнее. Даже вот я вам говорю, вы чувствуете, какая энергетика у меня? По голосу чувствуется энергетика человека. Значит, доктор Рыбчинский экспериментально доказал, что устойчивость опухоли является результатом объединение белка с кремнием. В учебниках по патологоанатомии можно встретить утверждение, что опухолевая ткань характеризуется исключительной концентрацией кремния, в то время как весь организм больного раком имеет большой недостаток кремния. То есть опухоль забрала себе, организм обеднел и от этого ослаб. А мы добавляем, и в итоге насыщаем организм кремнием. Вот, в случае с опухолью, говорится, здесь имеется патологическое размещение кремния в организме. А недостаток кремния вообще в организме ведет к ослаблению и изнеможению. То есть человек энергетически слабнет. Значит, гомеопатический раствор кремния, то есть вот, допустим, масла того же тиграна, которое принимаем, что он делает? Будет своеобразным антикремнием, поражая кремниевые скопления, вызывает их растворение и возмещение недостатка этого элемента в не имеющихся его частях организма. Итак, препарат доктора успешно используется в лечении таких болезней, как ревматические заболевания, воспалительные изменения, вызванные золотистым стафилококком, вирусное воспаление печени, болезни крови, сахарный диабет, депрессия. Но депрессия, вот все, депрессия. Депрессия у человека в данном случае возникает из-за того, что он чувствует, что его организм тает. У него тают жизненные силы, и он не знает, как этому помочь. Вот в этом случае возникает депрессия. В этом случае. То есть видов депрессии много. А в другом случае, когда человек что-то пытается делать, а ему это не дают, или у него это не получается, и вот тут-то возникает депрессия, как отсутствие мотива к продолжению жизни. Надо поменять, так сказать, цели. И тогда депрессия уйдет. Так, психические заболевания, коллагенозы, болезнь Паркинсона, Альцгеймер, кандидоз, язвы кишечника, остеопороз, астма, туберкулез, склероз и многие другие. Значит, препарат принимается орально натощак в дозе 1 мл раз в полгода, либо в особых случаях раз в 3 месяца. Вот тут такой вопрос, почему кремний? Значит, Рыбчинский, пытаясь создать, вот тут они пишут, вакцину, лекарство от рака, пришел в итоге к чистому кремнию. Только этот чистый элемент, полученный, а вот видите, полученный из опухолевой ткани, не вызывал образования опухоли у здоровых животных, а лечил больных. Активные ионы кремния, а вот тут как раз мы теперь, вот видите, некоторое противоречие. Активные ионы кремния, а у нас тут как раз в маслах активные ионы кремния в гомеопатической форме дают импульс иммунной системы, указывая противника. Лейкоциты, количество которых, значит, под действием препарата быстро возрастает, выталкивают кремний из раковых клеток, разрушая их структуру. А освобожденный токсический белок утилизируется печенью. Профессор Седляк, теперь ближе к маслам тиграна,
некто профессор Седляк пишет: врачебная практика с древних времен использование кремнеземных растений, хвоща, земляники, мельницы, конопли. Кремнеземки, вот эти вот растения, используются в лечении не только туберкулеза, но также и рака. Вот если эти кремнеземки, то мы с вами, биологически активный вот этот кремний в форме вот такой вот там особой обработки, используем в этих маслах и, грубо говоря, насыщаем свой организм. В результате, вот смотрите, я вот занимался укреплением вот этой энергетической матрицы своей, да, нагрузки колоссальные, потому что энергию можно укрепить только выработкой еще больше энергии, или хотя бы поддерживать, но я стараюсь выработать. И помимо, значит, энергетического, как бы сказать, воздействия, должен быть еще материальный носитель в виде кремния, который, как бы сказать, вот все это дело еще на материальном уровне укрепляет, подкрепляет, закрепляет и так далее. И в частности, вот энергии-то было вроде как и много, а вот сердечко у меня, вот я начал чувствовать, что у меня сердце есть где-то тут-то. А после вот этого применения, буквально-таки, ну, чуть ли не на следующий день, что удивительно, я так почувствовал, да что-то я ничего не чувствую. А сейчас я занимаюсь. Хотел я с вами поделиться и вдобавок к кремнию привести вот такую вот интересную статью. Так вот, немножечко поговорим о благотворительности. Все люди во все времена поддерживали добрые, хорошие начинания. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлики и прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале, об этом полноценно, во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья.